Способ, каким добывает пищу орел, лег в основу легенды древних греков. В ней прорицатель предсказал, что поэт умрет, когда на него упадет дом. Эта легенда возникла там, где бородачи-ягнятники охотятся почти исключительно на черепах. Своим клювом орел, как хирург, вскрывает плоть и легко снимает кожу с кости, а когти могут разодрать почти любую добычу. Но эти орудия беспомощны перед панцирем черепахи. Ягнятник решил эту задачу, и предсказание сбылось. Поэт действительно погиб от упавшего дома, но дома черепахи. Орел бросает добычу на камни. Удар довершил то, что не смогли сделать когти. В горных районах Северной Греции орлы кормят птенцов почти исключительно черепахами. Здесь даже специальных орудий орла оказалось недостаточно. Но кое у кого оружие более совершенно.